последнюю субботу июня в России отмечается День рационализатора и изобретателя. По традиции, накануне этого события на Магнитогорском металлургическом комбинате проходит промо-акция «Свежая идея». Те, кто подавал РАЦ-предложение по улучшению процессов на предприятии, получают в подарок небольшие презенты и обязательно свежий фрукт. Состоится эта акция и в ближайшую пятницу, 25 июня. Мероприятие будет проводиться уже в пятый раз. На Комсомольской площади сотрудникам ММК будут не только дарить подарки, но и собирать у них новые рационализаторские предложения. Следует отметить, что изобретательские идеи на комбинате можно задавать круглый год через специальное мобильное приложение «Эволюция».